Всем привет, ребята! И это да, опять обзор на многоэтажный многоквартирный дом и, как всегда, со старыми лифтами КМЗ. Что касается серии дома, серия сегодня будет P67. Только какую именно мы сегодня обозревать будем? Ведь их несколько видов: Смирновская, Тишинская, Москворецкая и Башня Вулоха. У всех этих разновидностей есть много общего, но также есть некие различия. К примеру, рассмотрим Тишинскую и Москворецкую башню. Как вы видите на картинке, Москворецкая башня более широкая, чем Тишинская. Но сегодня мы начнем обозревать Москворецкую 12-этажную башню. Поехали! Улица Плеханова, дом 26, корпус 3. Так, вот тут два лифта, грузовой и пассажирский. Вот, поехал он. Тут залипайка наша любимая. Вызываем. Вот, открылся. Вау. Поехали. Старая, конечно, вон вся в страшном виде. Приказник мостлифтовский. Ну, тут раньше залипайка была, видно. Тут заменили на мостлифтовский приказник. Вот он трещит весь старый. Сейчас приедем уже. Приехали. Так, выходим. Вау! Пол, конечно, дорогой. Очень сильно пружинит пол. Вот. 12 этаж. Пойдем. Выйдем на балкон. Посмотрим на природу. Вот 12 этаж. Увеличим сейчас. Вот. Так. Ну что, давай спустимся на один этаж ниже. О, лифт поехал. Пошли. Так, тут находятся квартиры. Так, вот 5 квартир. Но, как уже позже выяснилось, квартир тут на самом деле не 5, а 6. А с виду кажется, как будто бы их 5. Из-за центральной двери, связующей две квартиры. Светильники тут прикольные такие. Новые. Хорошие поставили. Сейчас приедет маленький. Так. О. А вот тут старая залипайка стоит. Вот, вот еще мостлифтовский вызовник тут стоит. Поехали. На 5-й. Первый этаж исправлен на 5-й. Кнопки перепутали, тут все стоят. 5-й, 6-й, 17-й, 18-й. Ой. Так. Нас потревожили жильцы. Поэтому сейчас ждем.
опять грузовой. Поехали на пятый. О, дверь одна заменена тут. Тоже масс-лифтовский вызовник. Пошли обратно. Бапс. Пол, конечно, шумный в лифте. Заходишь, когда в лифт, сразу бум-бум. О! Правая, левая лампа мигает. Так. Уходим. Так. Этажников тут нет, табло. Ни грузового, ни пассажирского, к сожалению. Так. Оп. Все темно. Так, еще пойдем сейчас на второй этаж сходим. Так. Так. И тут тоже масс-лифтовский вызовник стоит. И причем дверь одна без перекладины. О, похоже, тут пассажир. Это первый, это второй дверь. Так, прокатимся еще на 12-й. Помимо отличий ширины модификаций и количества окон с балконами, они также отличаются подъездным лабиринтом. В Москворецкой башне, к которой мы сейчас ведем обзор, вход в подъезд с углового ракурса. С левой стороны лестничная клетка, а с правой – лифтовой холл. В Тишинской башне все иначе. При входе в подъезд сразу мы видим перед собой два лифта и прямо ведет лестничная клетка. Квартирный холл расположен перпендикулярно лестничной клетке, с левой и с правой стороны от лестницы. А по планировкам квартир отличий никаких нет. Так. Лампочка тут одна всего горит в плафоне. Ну, лифт, конечно, в нормальном состоянии. Тут замена будет в 2018 году, то есть в следующем будет году. В этом пока не будет. Через год будет замена здесь. Но, увы, информация на тот момент была устаревшей. Их уже через 3 месяца после обзора заменили на щербинку. И наш видеообзор подошел к концу. Если вы хотите чаще обзоров, ставьте лайк под видео. Я вам желаю удачи. Всем пока.